Начало, скорее финал работ вызывает множество вопросов. Жители Бодайбинского района недовольны миллиардом рублей. Согласитесь, звучит странно. Тем не менее, у людей для возмущения есть все основания. Ведь именно сумма с 9 нулями была потрачена на реконструкцию 15-километрового участка пути от Таксимо до Бодайбо. Работы закончились в конце сентября, но уже сегодня трасса больше похожа на проселочную дорогу. А все потому, что выглядит она вот так. Эти фотографии, как и свои возмущенные отзывы, люди выложили в социальные сети. Далее в ситуации начали разбираться журналисты. Выяснилось, что подрядчик был определен еще 2 года назад. Аукцион выиграла фирма из Иркутска, которая, согласно реестру организации, имеет уставной капитал в 10 тысяч рублей, а занимается торговлей станков, фотографий и даже техобслуживанием машин. В общем, всем, кроме строительства дорог. Тем не менее, за реконструкцию 15-километрового участка организация все-таки взялась. И даже закончила работы на 3 дня раньше срока, но первый же дождь показал, как именно сделана дорога. Восстанавливать гравийное покрытие будут за счет регионального бюджета. Соответствующие работы уже запланированы. Дорога была выполнена в гравийном исполнении. Соответственно, после дождей, снег еще после осадков, на ней образовались выбоины. Ну, естественный процесс это гравийных дорог при эксплуатации. Но в связи с тем, что наш подрядчик по содержанию отрабатывал участки более аварийные, сейчас до 21 октября будет спланирован и этот участок. В принципе, там ничего такого страшного нет.